Не надо себя обманывать. Надо готовиться к большой войне. Ударили по бронетехнике, из нее наши высыпали, и по ним начинают работать, соответственно, вот эти баба-яги, которые сбрасывают бомбы. Понимаете, как все отработано? Нам же не нужна там выжженная земля. Выжженная земля нужна была Гитлеру. Почему в президентскую кампанию, а президент у нас разный? Дядя Вова, спасибо дяде Вове президенту за кандидатуру. У пропагандиста Володьки Соловйова, здається, чергова біполярочка. Він заявив, що Білорусь воюватиме проти Європи разом із РФ. При цьому пропагандист визнав, що в Європі і зброя краща, і армія більша, і взагалі є чому повчитися. Тоді як ви хочете воювати, якщо у Європи все краще? Тут оружие. И деньги дадут, найдут как. Сейчас же идет вопрос не в том, давать Украине деньги или нет, а кто будет платить. Америке надоело это оплачивать, потому что есть Европа, которую можно полностью ошкурить. И поэтому и Орбана они продавили и продавят. И поэтому Эрдогану они дадут F-16, чтобы он успокоился. Не надо себя обманывать. Надо готовиться к большой войне. При этом надо четко понимать, что в этой войне нам противостоит гораздо больше, чем у нас. Мобилизационный ресурс. Напомню, что у них, как-никак, практически только в Европе 500 миллионов. Я беру только Европу население. У нас под 150 миллионов. Ну, под 155-160, если мы возьмем с Беларуси. Это существенная разница. Не надо себя обманывать, что у них нет военной промышленности. Многократно они доказывали, что могут в кратчайшие сроки производить большое количество всего необходимого. Не надо думать, что у нас есть подавляющее преимущество во всех типах и видах вооружений. У нас есть бесспорное превосходство в стратегическом, но надо понимать, что по-прежнему нам есть чему поучиться высокоточно. И артиллерия там не все так однозначно, все так просто. Шовіністи, які роками закликали до війни з Україною і створювали для цієї війни ідеологічну базу, тепер незадоволені тим, як йдеться війна. Скаржаться, що генерали не шкодують солдатів. Ось черговий зрадник України Максим Калашніков. Той обурюється через черговий розгром армії Шойгу у битві за чергову хатинку лісника. Происходит это, кстати, на фоне очень тоже неприятных событий на фронте. Уже все, наверное, тоже военкоры сообщили, как под Новомихайловкой атакой дронов, ФПВ-дронов, была уничтожена наша колонна. 9 единиц бронетехники из 11 в одной атаке. Вот, и, так сказать, задаются вопросы. Понимаете, у врагов почему-то в каждой бригаде находится по роте беспилотников, дронов. Ударили по бронетехнике, из нее наши высыпали, и по ним начинают работать, соответственно, вот эти баба-яги, которые сбрасывают бомбы. Понимаете, как все отработано? Так, ребята, в войнах не побеждают. Нужен совсем иной стиль ведения бойових дій. Через свою вузьколобість та обмеженість зет-пропагандисти не можуть усвідомити очевидного. Якби керівництво РФ було здатне думати, війна взагалі б не починалася. А ось Сімонян каже, що Путін не Гітлер, йому не потрібна випалена земля на Донбасі. Але ж жодної іншої землі, починаючи з середини весни 2022 року, армія Росії не захопила. Жодне українське місто, жодне село не було захоплене, хоча б відносно цілим. Соледар, Бахмут, Мар'їнка після завоювання – це фактично не міста, це просто руїни, в яких навряд чи колись житимуть люди. Місцевих там практично не залишилося, всі вони тікають від такого визволення. І тепер лише проклинають таких спасателей. Нам вже не нужна там вижжена земля. Вижжена земля нужна була Гітлеру. Ми цього не робимо. І президент наш не дає команду цього не робити. І мені так хочеться, щоб мої всі сограждане поняли, чому і прекратились би ці спори. Давайте їх всіх зальємо. Но это тоже не повод превращать их в выжженную землю, потому что основные враги-то наши позападнее, чем Украина, подальше, чем Украина. И мне хочется, чтобы все поняли, что нам не выжженная земля там нужна, у нас земли полно.
Ну а якщо у Симонян є сумніви, то їй варто було б вибратися з теплої студії та відвідати ту саму Мар'їнку. Нехай на тлі цього процвітаючого города розповість про те, як Путіну не потрібна випалена земля. Пам'ятаєте, як не так давно кремлівський диктатор Путін хвалився успіхами російської армії, яка захопила аж 19 будинків Авдіївки? А ось тепер подивіться репортаж від зливного бичка Скабєєвої, як відбувалася та сама легендарна битва. Ну і в нашому розпорядженні кадри бойової роботи той самий групи ветерани, які взяли під повний контроль Авдіївської промзони. Наші доблесні воїни вибили оттуда цілу роту противника, 70 бойовиків, 30 обратили в бегство і заставили відступити в ліс. У всіх, обратите внимание, у всіх бойців підрозділення ветерани. Вот такі шеврони з зображенням нашого верховного головнокомандуючого. Дуже круті ребята, ще раз скажу, добровольці. Спасибо большое вам. Берегите себя, держитесь там, продвигайтесь и низкий, конечно, поклон. Схоже, росіяни почали щось підозрювати. Московські пенсіонерки звернулися до Генпрокуратури РФ, щоб з'ясувати, а чи є у Путіна двійники. Їм цікаво, хто ж керує державою. Ми подали обращення, щоб уточнили, а чому у президента різний рост? В разные года. На приемах он появляется в разное время. Это очень похожие люди, но если присмотреться, они разные. Вот мы подали такой запрос в администрацию президента. Вот приложили там прям вот цветные фотографии. Потому что люди очень хотят знать, почему президентскую кампанию, а президент у нас разный. А вот, если мы сейчас не получим свои требования, которые у нас вот сейчас есть, то получается, что мы свои гражданские права не можем нигде отстоять. А если мы не можем отстоять гражданские права, то мы и как народ не состоимся. А народ – это единственный источник власти, записанный в Конституции. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы наши факты, которые мы изложили, документально подтвердили, чтобы они были... А у мене питання, як часто злочинці зізнаються, що вони злочинці? А ще дружини мобілізованого окупанта, які прийшли до путінського штабу, з'ясували, що той не має передвиборчої програми, бо він лише недавно зареєструвався кандидатом. Той факт, що Путін без програми зібрав мільйони підписів у приймальні, нікого не збентежило. Там пояснили, що він просто подобається людям. На прийомі у штабу Владимира Владимировича Путіна задавала вопросы по поводу демобилизации наших мобилизованных мужчин. Когда их уже вернут наконец-то в свои семьи, к своим детям. Написала о том, что мы устали. Задавала вопросы по типу, когда Владимир Владимирович планирует возвращать мобилизованных домой. Мне ответили, что они этого не знают. Они не располагают данной информацией. Но другие вопросы о предвыборной программе президента мне также ответили, что они не располагают данной информацией. Данная информация будет выложена позже, когда они не знают, вот на этом сайте. Потому что, как мне объяснили, он только недавно зарегистрировал свои подписи и стал кандидатом в президенты. Поэтому предвыборная кампания у него будет когда? Мы не знаем. Но время сказали, что у него еще есть ее составить. Я задала вопрос, но если у него нету такой предвыборной кампании, а он собрал, как вы заявили, огромное количество подписей, почему это произошло? Значит, у него что-то было? Что-то он обещал людям? Мне сказали, ну, может, люди просто симпатизируют ему, вот, и поэтому ставили за него свои подписи. Все. Простите, как вас зовут хотя бы? Кристина. Кристина. И кто у вас мобилизован? Муж. Тоже с самого начала мобилизации? Ну да. Так, достатньо вийти на вулицю в будь-якому місті Росії, подивитися на всі сторони. Стане зрозуміло, не лише передвиборча програма, а й майбутнє, на яке чекає електорат у разі обрання цього кандидата. Дядя Вове, спасибо дяді Вове президенту за кандидатуру в президенти.
Булінг у школах – це вакцина, яка вчить дитину, що життя – це не прогулянка. Це так вважає ПІП з РПЦ. Послухайте цього московського батюшку. Светлана задает следующий вопрос. Как, на ваш взгляд, бороться с буллингом в школе? Стоит ли переводить на домашнее обучение? Знаете, прежде всего нужно научить ребенка, знаете, такому состоянию бесстрастия, чтобы он не реагировал на какие-то вещи, может быть, которые его оскорбляют, не пытаться отвечать на провокации, потому что жизнь человека, она протекает в разных условиях, в разной среде, и поэтому, может быть, примеры вот этого буллинга могут быть неким, знаете, некой вакциной для того, чтобы человек, входя в жизнь, понимал, что жизнь – это не просто прогулка, это испытание, и в том числе испытание от ближних, в том числе. На Росії 67-річна дитяча лікарка Надія Боянова стала фігуранткою справи про фейки щодо армії РФ. Та нібито після сварки з пацієнткою Анастасією Акіншиною в поліклініці Москви посміялася з її чоловік-окупанта, назвавши його законною ціллю української армії. Лікар все заперечує. Какого прийома ожидала многодетная мать, когда привела своего 7-летнего сына на осмотр к педиатру? Но что случилось, говорит, то случилось, и забыть в ближайшее время уж точно не получится. Скандал, разгоревшийся в стенах московской клиники, с каждым днем набирает обороты. На этом видео Анастасия только вышла из кабинета и просит дать адекватную оценку поведению врача, которая посмела насмехаться над ее мужем, погибшим на СВО. У сына, там это дежурный врач у нас с поведением. А я говорю, у нас поведение хромает, потому что с папой нас его убили. И он очень тяжело переживает потерю отца. Ну и что она мне сказала? Ну, милочка, что же вы хотите? Ваш муж был законной целью Украины. И после такого выпада в свою сторону впала в ступор. Доктор, от которого ждешь не только медицинской помощи, но и нормального человеческого участия, продолжила насмехаться, будто Надежда Буянову, это она проводила прием, личное горе маленького пациента жутко развеселило. Женщина злорадно улыбалась, и, наверное, поток ненависти из уст врача лился бы бесконечно, если в какой-то момент шокированная мать не решилась дать отпор. Вы поддерживаете Украину, находясь на территории Российской Федерации. Это странно. Я сказала, что я пойду жаловаться. Она опустила глаза, сказала, все доброго, ну или покиньте кабинет, что-то такое. Понятно, что так просто. Жена погибшего героя это дело так не оставила. Обратилась к главврачу медучреждения с просьбой разобраться. Но там пожали плечами, напоили успокоительным и отправили домой. Но мать с детьми пошла прямиком в полицию писать заявление. И дальше больше. Выяснилось, что педиатр родом с Украины. Закончила Львовский медицинский университет. В последние несколько лет живет в Москве и лечит детей. Правда, выходит не очень хорошо, судя по отзывам пациентов. Работает с неохотой, как врач меня абсолютно не устраивает. При осмотре сказала, что ребенок сильно прибавил в весе, выписала смесь. При покупке смеси прочитала инструкцию. Это смесь для детей, которые не набирают в весе. Это как? Плохо. СКР в отношении Буяновой начал проверку. Возможно, возбудят дело о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Ее уже доставили для опроса, на рабочем месте нет. Клиники, вероятно, ей тоже грозит увольнение. Я очень благодарна нашим всевозможным службам. Они отреагировали на следующий же день все. И не оставили меня наедине с этой ситуацией. Цинічне издевательство московского врача, конечно, нельзя было оставлять без последствий. У будинку Буянової згодом провели обшук. До неї довго не пускали адвоката. Потім забрали на всю ніч до слідчого комітету, звідти вже до суду. Слідство просило відправити жінку під варту, але зрештою суд постановив її заборону певних дій. І ось тепер вдова окупанта скаржиться на цькування в інтернеті. За словами жінки, погрози вона отримує як від росіян, так і від українців. Через це вона видалила сторінку у забороненій соцмережі ВК. Але пізно, адже особисті дані та номери телефонів Акіншиної вже виклали у кілька телеграм-каналів. Друзі, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте наступний випуск.